Уважаемые покупатели, компания «Электромотор» представляет втулку нового поколения от компании «Роста» ВАЗ. Втулка ВАЗ – это втулка с активным семясбрасывателем. Внутри барабана находятся пальцы, при движении которого они двигаются и тем самым выталкивают семя наружу или в семяпровод. Перед вами модель высеивающего бункера сеялки СОР. Значит, вы видите два отверстия, с помощью которых вы сможете регулировать глубину. Если болтик находится в нижнем отверстии и находится на нижнем положении, тогда вы можете наблюдать, что глубина, максимальная глубина составляет 1,5 мм, а глубина отверстия на выходе составляет 0,25 мм. При передвижении его на среднее положение максимальная глубина составляет 3 мм, а глубина отверстия на выходе 1,5 мм. При положении верхнем максимальная глубина составляет 0,5 мм, глубина отверстия на выходе составляет 0,25 мм. Бункер сеялки СОР унифицирован. Вы можете установить втулку как с пассивным сбрасывателем, так и с активным.